Привет, ребятушки! Ну что, министр обороны Белоруссии с максимально подходящей фамилией Хренин заявил, что польские беспилотники распыляют над их городами, угадайте что? Сифилис, блядь, сифилис. Я думаю, что эти беспилотники стартуют вот с тех четырех позиций, и что у мистера Лукашеночки точно есть и эта карта также. Могу одно сказать, что я от всего сердца поздравляю Минобороны Белоруссии. Они с гордостью и с честью приняли эстафету маразма у россиян. Слава Украине!